кемпинговый стол фирмы Helinox, модель SideTable размера M. У данного стола есть младший брат меньшего размера и меньшей массы, на него мы сняли отдельный обзор. Такой столик отлично подходит не только для кемпинга, он достаточно компактный, чтобы взять его на пикник, или можно его даже использовать дома или на даче в качестве запасного столика, например, когда собирается много гостей. В собранном виде данный стол весит чуть меньше полукилограмма, и при этом на нем можно разместить два набора посуды. Стол состоит из двух частей. Это пластиковая столешница. На ней с завода идет наклейка, что нельзя сюда садиться, что это не стул, потому что действительно высота и форма такая, как будто это большая табуретка. Максимальная нагрузка на стол составляет 3 килограмма. Вторая часть – это алюминиевые дуги фирмы DAC. Такие дуги используются в высокопрочных палатках, в том числе в палатках экстремального класса, например, Хелиберг или Холлспорт. Дуги очень легкие и легко монтируются в столешницу. В собранном виде стол достаточно высокий, чтобы за ним удобно было готовить или есть. Столешница может выдержать горячую кружку, или, например, на нее можно поставить интегрированную систему приготовления или на баллонную горелку, но прямого воздействия пламени или, например, использование со шланговой горелкой здесь запрещено. Соответственно, за этим столом режут, едят и готовят на баллонных горелках. Сюда легко помещается один набор посуды и еще остается место для приготовления, либо можно разместить двух-трех гостей за одним столом. Таким образом, модель SideTable M – это отличное решение для кемпинга, для пикников. И если вы хотите использовать эту вещь как запасной стол для дома или дачи, если собирается много гостей.